Чем могу помочь? Ферруччо Ламборгини. Слышали обо мне? Я заметил у своих Феррари один изъян. Сцепление. Я знаю, как его исправить, если вы согласитесь сотрудничать. Феррари и Ламборгини. Занимайтесь лучше своими тракторами. Что у тебя на уме? Машина, которой пока не существует. Быстрая и мощная, как бык. Машина, которая заставит всех забыть о Феррари. Ламборгини станет гвоздем программы грядущего сезона. Можно быть либо механиком, либо мечтателем. Не самый мудрый поступок. Ты ведь можешь все потерять. Прошу. Важно лишь имя великого Ламборгини. Чего ты от меня хочешь? Знаешь, что говорят о Ламборгини? Что у него мозгов не хватает осознать, что он чего-то не знает. Ламборгини 350 GT должна быть быстрой, как гоночный болид. Это будет самый красивый автомобиль, который видел мир. Через 6 месяцев в Женеве люди придут посмотреть на новую Феррари, а увидят первую Ламборгини. Вы покупаете Феррари, когда хотите что-то доказать, а Ламборгини, когда вам нечего доказывать. Что ты рисуешь? А что ты видишь? Каракули на салфетке. А ты что видишь? Ламборгини. Человек-легенда. Смотрите в кино с 24 ноября.